каждый из которых имеет свои задачи, продолжительность и наиболее целесообразное содержание. Основными задачами подготовительной части являются организации занимающихся, постановка задач занятия, общее укрепление организма и подготовка его к предстоящей нагрузке в основной части. Вопросы организации занимающихся включают построение, проверку наличия личного состава и его внешнего вида, краткое объяснение содержания занятий. Товарищ старший лейтенант, личный состав 342-й членовой группы на занятие по дисциплине физической подготовки прибыл в полном составе. Командир группы старший сержант Кихоленко. Здравствуйте, товарищи курсанты. Здравия желаем, товарищ старший лейтенант. Тема занятий – преодоление препятствий. Цель занятия – развитие и совершенствование основных физических качеств, формирование военно-прикладных навыков, воспитание уверенности в своих силах, смелости и решительности. Больно? Больно. Есть строй? Есть. Группа смирно. На занятиях соблюдать меры предупреждения травматизма. Больно. Подготовка организма к предстоящей нагрузке осуществляется путем выполнения следующих физических упражнений: строевых приемов, передвижений различными способами, пригнувшись, крадучись, боком, спиной вперед, с ускорением, с выполнением упражнений в движении для различных групп мышц, специальных упражнений, бег 150-200 метров с попутным преодолением несложных препятствий. Подготовительная часть проводится, как правило, в составе подразделения в течение 8-10 минут. Физическая нагрузка при этом распределяется таким образом, чтобы она не оказала отрицательного влияния на работоспособность занимающихся в основной части занятия. Общеразвивающие и специальные подготовительные упражнения выполняются в течение 2-3 минут, как правило, в движении на увеличенных дистанциях 2-3 шага, в колонне по одному, по два. В процессе выполнения упражнений преподаватель дает необходимые указания и замечания для исправления ошибок. В конце подготовительной части проводится бег на дистанции 150-200 метров по местности или по полосе препятствий с попутным преодолением траншей, рва шириной 2-2,5 метра, лабиринта, первых ступеней разрушенной лестницы, хода сообщения и других несложных препятствий. Для сосредоточения внимания, развития быстроты в действиях, ориентировки, быстроты и находчивости при проведении подготовительной части подаются неожиданные сигналы или команды, по которым все занимающиеся должны немедленно укрыться или принять необходимое положение. Заканчивается подготовительная часть спокойной ходьбой и ходьбой строевым шагом. Основная часть практического занятия по преодолению препятствий играет ведущую роль в достижении главной цели данного раздела физической подготовки. Содержание основной части занятия входит: изучение техники выполнения безопорных и опорных прыжков, прыжков в глубину, перелезаний, пролезаний, передвижений по узкой и неустойчивой опоре, действий с грузом и на высоте, метание гранат, тренировка военнослужащих в комплексном выполнении различных сочетаний указанных выше действий с приемами рукопашного боя, выполнение нормативов общего и специальных контрольных упражнений, предусмотренных наставлением по физической подготовке 2009 года. Как правило, основная часть каждого практического занятия по преодолению препятствий
свою очередь, как бы состоит из двух частей. Начальной – изучение и тренировки выполнения техники отдельных приемов. И конечной – комплексной тренировкой. При проведении основной части занятия в составе группы преподаватель, заканчивая подготовительную часть, подводит группу к месту изучения первого приема и приступает к обучению военнослужащих. По окончании времени, определенного планом проведения занятия на данный прием, группа переводится ко второму учебному месту. При разучивании приема для контроля за правильностью преодоления препятствий, точностью метания гранат, преподаватель назначает себе помощников 2-3 подготовленных военнослужащих, а сам переходит на такое место, откуда ему удобнее наблюдать за действиями личного состава на наиболее сложном участке полосы препятствий. После объявления результатов комплексной тренировки
Командир подразделения приступает к проведению заключительной части занятия. Задачами заключительной части занятия являются приведение организма в относительно спокойное состояние. Проводится она в составе группы в течение 5 минут. После окончания комплексной тренировки военнослужащий выполняет медленный бег, спокойную ходьбу и 2-3 упражнения на расслабление мышц в сочетании с глубоким дыханием. После этого преподаватель подводит итоги проделанной работы. Равняйсь смирно. Цель занятия достигнута. В лучшую сторону отмечаю курсанта Харламова, Вострикова, Машкова. Часы самостоятельной подготовки тренируем упражнения, выносимые на экзамен. Упражнение номер 6 – подъем переворотом на перекладине. Упражнение номер 41 – бег 100 метров. Вопросы ко мне есть? Никак нет. Группа смирна. До свидания, товарищ. До свидания, товарищ старший лейтенант. Личный состав в распоряжении командира группы. Олег, во, шагом, а, раз, два, три, раз, 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 два, три.